Садхгуру, вы говорили, что мы должны познать эту частичку жизни во всей ее полноте. Но как это сделать? Я чувствую, что я полон страха, гнева, зависти. Как мне преодолеть все это и познать жизнь в полной мере? Вам не нужно это преодолевать. Вам нужно просто прекратить создавать это. Ваши страх и гнев производит ваш разум, который вам не подчиняется. Ваш разум способен производить радость, страх, тревогу, волнение, умиротворенность, страдания, восторг. Он может производить все, что угодно. Сейчас он производит то, чего вы не хотите, лишь потому, что вы не знаете, как с ним обращаться. Нет никакой необходимости справляться со страхом, гневом или чем угодно. Как нет ни для кого необходимости искать счастья, умиротворенности, радости, блаженства, в этом нет необходимости. Все, что вам нужно сделать, это заниматься определенной садханой на протяжении какого-то времени, чтобы выяснить, где находится клавиатура от этого невероятного компьютера, который загружен в вашу голову. Вы не знаете, где находится клавиатура, так что вы нажимаете не на те клавиши, и происходят самые разные вещи. Вы можете превратить этот разум в чудо, либо вы можете превратить разум в машину по производству страданий в форме гнева и страха. Вам не нужно ничего с ними делать. Вам нужно остановить производственный цех, а не продукт. Вам просто нужно остановить производственный цех и запустить производство другого продукта. Вы должны увидеть, как он производит радость и блаженство, потому что разум способен и на это тоже. Вы же иногда испытываете радость. Только иногда. Такой молодой человек. Так что ваш разум способен и на радость. Вам просто нужно... Буква «Р» здесь. Вы знакомы с компьютером? Вот где она находится. Если вы будете делать вот так, страдания, 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 а если зажмете одну кнопку «страдания, страдания, страдания», оно будет приумножаться. Вам нужно понять, как убрать руки с клавиатуры и начать набирать то, что вы хотите. Сейчас, не обладая осознанностью, вы даже не знаете, где находится клавиатура. Если над чем-то усиленно думаете, клавиатура не здесь, это не те клавиши. Так что... Существует садхана для того, чтобы взять под контроль свое тело, свой разум, свои энергии, взять под контроль все, чем вы являетесь. Вместо того, чтобы взять все это под контроль, вы хотите на выходе иметь хороший продукт. Так ничего не получится. Жизнь никогда и ни для кого так не работала. Если вы делаете все неправильно, то у вас никогда ничего не получится. Пока вы не начнете делать все правильно, в вашей жизни не начнут происходить правильные вещи.